Остров у края света, немного флирта, немного спорта. Включите музыку, вот как это. 4/4 мяса в порты. Прибавьте фрукты и пепси-колу. В зените солнце остановите, и вы получите нашу школу. Повесь экран в наилучшем виде, но в лабиринте дает свет точный. Все обыскав, посмотрев патроны, вы не найдете программ урочных и никаких вообще уроков. Пусть это дико для иностранцев, насчет учебы мы бус не дуем. Мы называемся школой танцев, но мы не учимся, мы танцуем. Чтобы заметили их за милю, зато достаточно мы галантны и толерантны к любому стилю. Удел латышки тут не грозит нам, число пророков мы не умножим. Мы только сносно владеем ритмом, и это все, что мы правду можем. Мы только там не шутя крылатый, где сарабанда под строгий полька. Но если нас вербовать солдаты, мы проиграем войну не только. Сажать не надо нас ни в ракету, ни за ограду в тарелке супа. Какие меры придет бюджет, и наконец это просто глупо. А наши дети, большие протекции иметь не надо. Чтобы заняться в мировом балете, таких мартышек, как наши чада. Они послушны тому же звуку, они умеют поставить ногу, расправить корпус, направить руку, они танцуют, и слава Богу. От их ошибок нам мало горя, да и стремлений нам дела мало. Не все ли равно, у какого моря они построят свои бунгало. Расслышать бурю за плясом дробным, не доведется ни нам, ни детям. Земля провалится, мы не дрогнем, погаснет небо, мы не заметим. Хераклеум, три Хераклеум, три Ганкиния. Я только на том мысу есть. Там его немного. В лесах отдельные кустики встречаются. Ну, три. Три. И Лятерсит. Три Леймус. Три. Три Лигустикум. Три Линнея. Три. Три. Обоваю! Да. Ну что, как мы ее запишем? Это явно не Кверкус Роб. Это не Робер, это какой-то другой. Больше нет? Ну вот здесь мы ставим такой, видно, два, наверное. Комаром по люстре. Три. Князелинум три. Корнус три. Диантус три. Или... Литераль. На тройку есть, наверное. Песчаный пляж. Вот он. А там с той стороны, там скалы. Галичниковый пляж. Ну, вот это галичниковый вот. Пляж. Вот это так, да. Ну тоже, наверное, будет. Или на тройку. Или на тройку. Там скалы с той стороны. Слушай, сколько авинелла на самом деле. Ну я так тоже. Ладно, давай ставь сколько авинелли. Ну, 4. Может, 6-4. Может, авинелли 5 поставить? 5. Хотя она во всем лесу растет. Прямо ее больше, чем даже, наверное, хаминелли. Хаминелли просто большой. А винелла вон вот так вот, если посмотреть, сплошная винелла. Поставь ей 5, ладно. А это комару 3. Угу. О, неоселину 3, корни. Я столько рубра. Сын мой, никак.
никаких островов нет. Успокойся, не трать сил, это все моряки лгут. С моряков невелик спрос, верь мне, ни один из моих слуг не встречал островов тех. Я допрашивал всех, сын, я пытался искать сам. Семь дней, семь моих кораблей шли, семь точнейших морских карт я имел под рукою, семь ночей не смыкал глаз. Все зря, сколько я ни глядел вдаль, горизонт был всегда чист, океан был кругом пуст, я вернулся ни с чем, сын. Бог весть, кто велел морякам лгать, вероятно, в любой лжи заключен потайной смысл. Но они говорят вздор, сын мой, острова — это так звук, корабли — чепуха, блажь, ибо некуда им плыть, география — бред, сын. Цепь волн образует сплошной круг, одинок материк наш, острова — это счастье, никаких островов нет. Семь дней длится путь или семь лет, либо вспять повернет он, либо в зубы китам тем, на которых стоит мир. Подходи к океану не ранее, чем уяснишь наставление мое. Подожди, пока станешь разумен и трезв, и тогда подходи к океану без риска ослепнуть при виде семи островов из легенды. Семи островов золотых, моряки говорят их не больше, не меньше, но именно семь.